Съемка пошла. Итак, передача. Раньше в нашей молодости такого не было. Разговор со стариками. Сегодня у нас в гостях баба Вася. Здравствуйте, баба Вася. Ты что несешь? Она пенсионерка, ей 95 лет. Какие 95? Она сейчас сидит на лавочке, вышла отдохнуть от быта своей квартиры. И сейчас мы возьмем у нее интервью, поинтересуемся, а что такое нынешние пенсионеры России? Итак, первый вопрос традиционный. Что для вас старость, баба Зоя? Что вы можете сказать? Что для вас старость? Старость не радость или сладость? А что его знать? С возрастом, не возрастом. Да, тяжело. Чего? Как ваша пенсия? Вас устраивает пенсия ваша? Чего ты? Кто? Я. Маленькая пенсия, да? Маленькая, да. А продуктовая корзина, которую можете себе позволить на эту пенсию? Как вы? Хватает вам на жизнь? Вот, колбаса, сыр, масло, хлеб. Да нет, все имеете нужное? Продукты. Конечно, придет, едите как? Вкусные. Ну, где, а что тебе? Ну да, видите. Вы, в общем, я вижу, довольны своей жизнью, как пенсионерка. Правильно, баба Вася? Не знаю, чего. Знаете, вот я смотрю на вас, обычно старые люди, они очень грустные, и они жалуются на жизнь, на Путина жалуются, а вы вот позитивно относитесь к жизни, правильно? Вам нравится жизнь. А? Какой квас? Вы довольны тем, что вы живете в России? А не в другой стране. Россия – отличная страна. Россия. Что для вас в слове в этом? Россия. Россия, она какая? Великая, славная держава. Бескрайняя, правильно? Нефтеносная. Шлют СМС. Я не знаю. Знаете, вот посмотрите сейчас на бабу Васю, ей 95 лет. Но вы видите, она очень хорошо одета, у нее есть шуба. Шуба, воротник, да нет, воротник какой был, шуба, нет. Лисий воротник, дорогая шуба, и перчатки хорошие, можно снять. Нет. То есть вы не бедствуете, видите, пенсии у вас хватает вам на жизнь, правильно? Да я где-то 7:30 приеду. На жизнь хватает. Я гуляю вот с бабой Зоей. Вот, старость в радость. Привет передай. Угу. Вот Сергею. Ты еще не выставил еще, нет? Не выставил, вон тебя Денис все снимает. Что вы могли посоветовать пенсионерам России? Что нужно, чтобы жить счастливо, как вы? Она счастлива живет. У нее ничего нет. Нету ничего, это ну, точно. Да. То есть секрет счастья, чтобы ничего не иметь? Ага. Секрет счастья. Но это как раз соответствует политике нашего правительства. То есть вы фактически пример идеального жителя по России, идеального пенсионера, каким он должен быть. Но, знаете, ваша одежда, по ней не скажешь, что вы плохо живете. Выглядите вы богато. Да. Видите, мы находимся сейчас в центральном районе. Называется проспект Химика. Химика какого-то проспект. Может, Менделеева. И вот здесь квартиры не дешевые. А вы здесь живете, правильно? Сколько у вас комнат в квартире? 25 метров или 27. 125 метров. Знаете, это очень метров. Неплохо живут пенсионеры, неплохо. Ладно, на прощание. Скажите что-нибудь для нашего канала, который вас снимает. Этот канал называется Денис Ламборгини. Подпишитесь, пожалуйста. Он бедствует, никто не хочет смотреть его эти видео. Почему, не знаю. Вот я решил открыть новую рубрику «Разговор с пенсионерами». Что посоветуете подписчикам нашего канала? Денис, ты замучил бабу. Ну, скажите, баба Вася. Какая баба Вася? Ерунду не. То есть нужно что делать, чтобы хорошо жить, кроме пенсии и хлеба? Ставить лайки, правильно? Подписки, колокольчик нужно нажимать, правильно? Колокольчик надо нажимать?
Не знаю. А надо нажимать, надо. Не нажимать, это неправильно. Из-за этого просмотры падают. А почему это? А потому что падают. Никто не приходит уведомление на телефон, что видео новое вышло, и просмотры падают. Поэтому сейчас новое, так сказать, как это называется, поветрие. Нужно нажать на колокольчик. Но это не главное. В вашем возрасте главное пенсия, хороший свой угол, удобный транспорт общественный, ухоженные больницы, да. С хорошими доктора. Какие там катара. И вот, еще не простывать важно, поэтому надо закрыть свет, закрыть шею, чтобы было это, вот, чтобы было тепло. Очень тепло сейчас. Чудо. Чудо. Видишь, Бобзой, денег не купить, это клюшку у нас рейкой ходит. Это рейка. Это что ли? Это рейка. Еще знаешь, откуда это рейка? С Ломоносова 3. Итак, дорогие друзья, так же, как наши пенсионеры, забираются на вершину пищевой цепочки, идут к успеху в соответствии с постановлением партии и правительства нашего президента Путина, мы поднимаемся на эту детскую площадку по тросу, по канату. Знаете, я на физкультуре в детстве никогда не мог по канатам лазить. Теперь хочу, когда мне 35 лет уже, хочу наверстать. Да, правильно говорят, мой канал, он уже не тот, что раньше. Он скатился. А куда ему скатываться? Он и так на самом дне, правильно? 100 подписчиков – это дно. Просто днище. Некоторые говорят, что у меня было 500 тысяч, осталось 400, я скатился. Нет, ты не знаешь, что такое скатиться. Это просто вот что это такое. Это быть мной. Хотя, тем не менее, могу сказать, что несмотря на все заключения, я живу в отличном районе, проспект Химика. Вот он, Химик. И здесь дома такие обалденные. Интервью, конечно, получилось достойное. Это новая рубрика, называется «Разговор со стариками». Старики обычно охотно дают интервью, но не всегда. Но в этот раз было охотно. Баба Вася, 95 лет, пенсионерка, умная женщина, полная, огромный опыт жизненный, 50 лет стажа. Пенсию получает, 50 тысяч платит. Не верите? Правда. А как вы подумали, она тут квартиру купила? Тут квартира стоит по 5 миллионов. Да ладно. Главное, что главное, чтобы канал мой процветал, подписывались, ставили лайки. Чтобы гопники не давали мне пизды за то, что я снимаю. Я, кстати, купил новый телефон, называется Xiaomi 5S. 5 Plus, да. И я решил просто впасть в детство и развлекаюсь на детской площадке вместе с 5-6-летними детьми. Меня устраивает, это нормальная жизнь. Вот. Все. Пойду дальше играть в песочнице. Вон с теми вон детишками. Пока. Лайки ставьте. Классно снимает телефон. Сейчас вам покажу кое-что. А вон баба Вася. Баба Вася. О, баба Вася. Ох-ох-ох. Жизнь трудна, но весела.